очень сильная. Вот я предупредил, что теща начали кормилиться 53-го дня. Можешь поконтролировать по слайду. Как вы меня деньги списали, блядь, мы такого еще, знаешь, но я чужие копейки никогда не беру, понимаешь? Блядь, что вы, блядь, главное, открой дверь, блядь. Ну, ты, что, я мальчик ему, что ли? Понимаешь? Ну, зачем так? Чтобы я ему перезвонил, блядь, я выжил, постоял, блядь, я говорю, где вы нахуй? А он меня что-то там бросал. Чик, блядь, хорошо, что у меня деньги, понимаешь? Да у него карточка просто смоленская. Обрадоваться не надо, понимаешь? Ну, ребята, спецслужба мне уже докладывала еще года лет 5 назад, говорит, приехали из, знаешь откуда, из этого, ну миллионы там у них этих компьютеры, блядь, на газели, просто ну, приезжают по Москве и все карты списывают деньги, понимаешь? Сейчас уже электроника, знаешь, это дело в том, что вы находитесь под контролем. Мальчик, который был, так что вам деваться здесь, понимаешь, просто я как у вас, понимаешь, как клоун, блядь, и вот так вот пришел вам, должен все объяснить, все рассказать, все, ну поймет, дурак не поймет, умный не познает. Так что вы что-то, блядь, это вас кто засылает сюда, или как все, чего вы хотите? А чего он так сразу был, чего так вот, он говорит, так не служил, блядь, он сразу хуяк, блядь, и на машинку сразу, блядь, это, блядь, спецслужба, блядь, вас куда-то, ну, засовывают, блядь, втягивают, блядь. Ребята, я войну прошел в 79-м в Афганистан. Вы что, не будете какие-то эти... Я тебе говорю, порядок надо в доме, понимаешь? Я сам живу, потому что вот 20 лет без бабы, понимаешь? Любовницы были, конечно, я не пидор, блядь, но дело в том, что, понимаешь, это как вот. Ну, дело в том, что, понимаешь, сержант. У меня сержант. А кто? Полковник? Полковник. Нет. Иван Пикто, ты мне это не рассказывай сказки. Спецгруппа, блядь. Да какая спецгруппа с рабочей одеждой он? Да при чем здесь? Это, ну, кубаляшь-то мне не надо. Я дух там ловлю. Если в боевых действиях участвовал, я сразу вижу. Ну, то есть кто? Значит так, парни, давайте так. Я, понимаешь, это как плохого вам не желаю. Вот. Детский лепет мне здесь не сильно надо. Вот. Сейчас уже.